призван в армию в ноябре 1943 года. Мне было тогда 17 лет. Когда, в частности, меня и других призывали, то не спрашивали, в какой вид войск вы хотите. Привезли под Ташкент, поселок Луначарского, а там были межокружные курсы связистов. И вот я там начал обучаться работе радистом. Я командиру доложил, надо немного вернуться назад с фронта. Со мной согласились, отъехали километров на 10, вот первый раз. Вот. Развернул станцию и установил связь. Передали уже готовые радиограммы, что куда мы вышли, где мы находимся и так далее. Вот. Получили новые указания. Пробыл я в начале войны вот, 7 лет солдатом. Ну, сержантом потом присвоили. А в декабре 46 года вызывают в штаб полка и предлагают идти учиться на офицера. Я говорю, решите подумать. А я перед призывом работал в киностудии, объединенная киностудия города Алма-Ата. Туда были эвакуированы и Мосфильм, и Ленфильм. И вот там устроился работать осветителем. Участвовал в съемках там «Она защищает Родину», «Тоня», «Фронт» такие. И только один фильм «Иван Грозный» с самого начала до конца. Вот так коротенько, вот такая моя судьба, вот такой мой армейский путь.